Cześć i dzień dobry wszystkim. Nazywam się Sasza Krakżda, a to jest moja rodzina. Mój pradziadek Władysław Krakżda zmarł na Sibirii w 1934 roku z powodu дизентерии. Сестра моего прадядка Виктория Крагжда арештована в 1937 году за шпиговство на Жечь Польски. Дальше лос неизнанный. Так, не мам навет есть деньча, як велю инных. То брат прадядка Леонард арештованный як шпек, по килку мещенцах тортур и прислухань трафил до венжения. Дальше лос незнанный. Сестра прадядка Мария арештована за шпиговство и агитации антисоветска. Дальше лос незнанный. Як видач, звекшащи моих пшитковы не захаваны ще навыц денча, але и то еще не вшистко. Моя прабабча Малина Савицка змарла с глоду на Сибири в 1945 року. Брат Малевины Антон Савицкий арештаваны як польский шпек. Брат по бабче Бронислав арештаваны и засланы до Архангельска. Дальше лос незнаны. Брат прабабчи Феликс арештаваны и расчеляны як членок польской организации войсковой. Брат прабабчи Зигмунд арештаваны и расчеляны як у польский шпек. По цоту в шистку муве. От праве 10 лат пробуя зреконструовать истории моей родины, которая застала праве знищена под час великого террору. Дичай хце оповедить истории моей родины, истории поляков на Сибири, а цо наиважнейший хчал бы просить вас о помоц в одналежению моего единого пшотка, который позостал в Польсце. За ним зачнем и кликни причиск сабскрипции, абы вешприч наш канал, и попроши кликни причиск лайк, абы тен фильминг завачила як наивенцы осу. 10 лет тему ниц не видял о моих пшотках. Был им попросту Саша Кракжда, клопцем из Новосибирску о дивным назвиску. Але не замежам дзіч апавядач о тым, як спэнджівым праве 10 лат на збіранню цалай тэй гісторі. На канале есть фільмік, а тым з польскімі напісамі. Хце паведзіч о інным, хце паведзіч о тым, як Звёндзык Радзецкі праве знішчыл моя радзіна і мое польскі кажэння. Моє кажэння радовае паходзе з самого скраю першай Жэчы Паспалітай, на трэні дзішэйшай Літвы. З таго месца, біржы. Трэны вакул біржы праз лугі час належалі да шляхты радзівілу, тут же позволяли оседличать там людям ружных религий. Православные, католицы, евангелицы и иные. На трене биржи знадующий двор Радзивиллов, который по разборе Жечи Посполиты пришедал на важность иных шляхтицов – Тышкевичев. Мы в Шатковы працавали в тым дворже, выконывали ружные працы и помогали шляхче. Кеды на початку 19 веку хопи зачили носить назвиска, мы в Шаткове отживали назвиску Крекжде, что по-литевску означа «яскулка». В биржах назвиска надавана глубно на честь звежент. А поняваш поближе место и место, в котором мешкая моя родина, найдавала очень вели красовых заглэмбень, в которых яскулки закладали гнязда, моя родина отшимала назвиску на честь того птака. Крепки мешкали в хутоже недалеку биржи, который называще Ля Блю Кей. Терас мешкают у моей бардзо далецы кревны, ведь может мамы того самого пра-пра-пра-пра-дядка. Мы пшатковы были хаупами и працавали в целой той околиции. Але, но и правдоподобнее, не были бардзо бедни. В 1848 году родился ту мой пра-пра-дядек Якуб Крекжде. А килька дней позже застал охшичоный в кащеле реформатским в бирже, который стоящий ту до дзищ. От на родин Якуба зачинам щеглова бадач истории моей родины, где в чечни документы не сол ми абэнц недостępны, але его воз не был юж Латвы. Вен то дженьки документове, званому формулярный список или лист формулярный, тен документ дословне оповяда о истории моего прадядка рок по року. По 12 латах Якуб с бирж иди учится до гимназии в местечку Кейданай, недалеко Вильна, и учащи там до 1864 року, кеды в краевстве польским выбухло повстание Стачнёва. По ступенью повстания гимназиум застало замкненты, понимаешь, вели учня взяло удзял в повстании, а Якуб застал пренесённый до гимназиум в Слуцку, Трасто Беларусь. Там, сонзач документов, учился добже и по килку латах працы в малых местечках достал працы в Вильнской станции телеграфичной. В Вильне оженился с польской панной с родины Давнаровичев, Мария Лякадия, то моя пра-пра-бабча. Нестеты не мам ей сденче, и не мам о ней сбыт велю информации. Але в жешлом року поехали мы с Лены до Вильны, и на польском цментаже належали мы групп ойца Марии, Антона Давнаровича. То был для меня важный момент, понимаш, есть то единый групп моего пшотка, который зналазло, позасталы зникнели, и терас повем для чего. Вильний мой прадядок Якуб и Мария Давнарович уродили сына,
моего прадядка Владислава, от которого зачал к истории этого фильмику и которую измарал на Сибири. Кеду Владислав доростал, родина ченствовще пшепроводзала, понеж Якуб был сталый пшеделяный до працы в ружных месяцах. Напшиклад в Освее, дичь то вещь на Беларуси поближе у границы с Лотва. Настепный Якуб вручил до Вильны, где уродил муще колейный сын, Леонард. Настепная родина врачила пановне до Освее, где уродилище еще чи цурки, Мария, Виктория и Анна. И Анна из бардзо важна для дзішэйшых історій. Наконец, астатнім месцем працы Якуба был Смоленск, где он пузней измарл. Городзіна мешкала в дому польскіго храбрега Ожаровскіго. Па смерці Якуба мой прадзядак Владислав был адпавідзяльны за ўтрыманне радзіны. Працовал рубніш Смоленску, як телеграфіста, падобні як нігу ойчац. Пузней зачалі з ним працовач яго сёстры Вікторія і Марія. Леонард, як мы ведаючы, был вайсковым і замешкал в Хабаровску. В 1916 году мой дядок взял шлюб с моей прабабча Мальвина Савицка, который ровнеж мавил на почонку фильмику и ктура умжи с глоду. Мальвина уродилась в поближе Освеи и имела цонный мней 4 брача. И правдоподобнее, ей брача мешкали пшес якийсь час на территорию королевства польского. Понимаешь, высылали ей изденча с подписами в языку польским. Мои предкови мешкали в Смоленску до 1917 року, найважнейшего року для империум российского, моей родины и для меня. Тым року, выдаймище, же цала моя родина зачелаще распадаще на кавалки. История родины моего прадядка Владислава и прабабчи Мальвины от тамтого часу знам тылко фрагментарично, а векшись данных мам тылко с пшепадково знаряженных документов. Сын моего прадядка Владислава, чили мой дядык Залеслав, а властивый Йозеф, не поведел мне ниц о своей родине. Для чего, разумеем тылко пузней. Удалось мне знать тылко троха информации. Кеды зачалом студёвочки истории родины, виджалом тылко, же Владислав працовал на колее як телеграфиста и вшистка. А мой дядык, Йозеф, уродился в 1926 року в малой вёсце на границе Польски, Литвы и Белоруссии, которую называще Росица. Поведел мне же в той вёсце дичь мы вели по-польску и по-российску. А также же их родина чонгліще пшепроводзала. Аж в 1932 року приехали до Новосибирска, где Владислав замярл в круце потом. Не вем, як моя родина зналазлаще в Новосибирску. Мам тылка теорії. Перша теорія, мої предкові были дощ заможными хлопами и по раскулачиванию, не помятам як топано по польску, застали пшенещены до Новосибирску. Друга теория, кеды моя родина пшенёслаще до Новосибирска, мешкали там юж братья Мальвины, быть может были оптантами, означая тоже по войне российско-польский. Братья Мальвины задавалище выбрать обывательство Радзецке и достали земли в Новосибирску. И быть может родина Мальвины с Владиславом попросту там поехала, где были кревни. А есть одно вспомнение моего дядка, которым поделился со мной, когда я был еще детским. Мой дядок поведал мне, что кеды был малый, помнил станции Кольёва, на которой их родина застала опроводзона пшес чотки. И чотка назвала моего прадядка Владислава здрайца, бо прадядок выехал до Звёнску-Радзецкого, а она выехала до Польски. Не вем, на или та история есть правдива, але фактом есть, же сёстра моего прадядка застала в Польсце, и она выслала му поздьенче. И та история не дай мише спокой. Бучую же муще одналищ его сёстры. И чал бы, же быщ вы ми в тым помоглище. Она, может быть, едина оцалала особа с нашей родины, которая застала в Польсце. Бо от 1962 року для моей родины затнище правдивый кошмар. Першим репрессионованным был брат моей прабабчи Мальвины, Браніслав, засланный до Архангельска за антисоветской агитации. Настепны чи калейных брачи, туже застали расчеляны за жиком обыча польскими шпегами. В 1968 року жестована калейна две сестры моего прадядка и трохи пузний брат. Каждый из них застали оскаженные у шпиговства. Вот он, например, фрагмент за справы Марии Кражды, току следства у Талона. В 1966 году Мария Кражда застала звербована пшес ксёнджа Жалнировича с польского кащёла в Смоленску до дзяльнасці шпиговской и диверсийной на жечь польски. Пшес остатні 10 лет збирал он кавалки того, что с ней застало, а отналежение единой и правдоподобнее позаставой в Польсе сестры моего прадядка Анны Кражда есть важна ченща той працы. Очевидно, я разумею, что она правдоподобнее уж не жие, але може ей груп есть где-то тут в Польсе. А если направда застала в Польсе и прижила страшные выдажения, которые мяли месяце в Польсе подчас другой войны Швитовой, то може мать дечи, которые я теж хчал бы отналечь.
Не вем они збыт вели, може то она и ей родина на тым зденчу. То зденчу застала выслана до моего прадядка Владислава в 63-м року, в котором припроводился он еще до Новосибирску. На отвороте есть написание, же то для улюбленного брата и его жены, от его сестры. Быть може ей назвиска по шлюбе застала Жипецка, а ей монш мял на имя Сигизмунд. Я докладню не вем, але барзу прошу о удостопнении тыго фильмику в ружных медиах сполечнощевых, люб шлюд знаёмых, и быть може удамище знолещ и потомков. Нехто бенде мое жечение на Боже народзенье, люб на Новый рок, и може ще спелни. Прошу удостепни тен фильмик в сетях сполечнощевых, абы венцы особ видяло, який лос споткал поляков в Звёнску Радецком, и може поможе томи знолещ моих кревных в Польсце. И то хиба вшитка, цо я хчал дзіч паведзіць, барзу дзінкую за обіжэння тэнго ачынку. Прошу, напіш в каментажах свае апінія на тэн тэмат. Быць можа, маш якіщ інфармацыя маэра дзіні, быць можа, о Анне Кракш, да, Ані Жыпецка, я не вім. То было бы вспаняли, ачывіщі, если так. Ещё раз, не запомні за сабскрыбаваць тэн канал, клікні лайк, абы венцы особ забачыла тэн фільмік. Дзінкую і до зубачэння.